Российской государственной детской библиотеке открылась выставка, посвященная полувековой истории главной детской библиотеки страны. С того момента, как библиотека поселилась здесь, она стала родным домом не только для писателей, что естественно, но и для художников, потому что директор библиотеки очень дружил с иллюстраторами. И было замечательное пространство экспозиционное, которое никогда не пустовало и всегда было, я не знаю, боюсь назвать точную цифру, но я думаю, что 1500 выставок иллюстраторов здесь прошло вот в этом здании. На выставке книг с автографами авторов и иллюстраторов можно прочитать теплые пожелания библиотеки и увидеть, какими историями зачитывались как минимум 3 поколения детей. Более 80 оригинальных работ художников-иллюстраторов, подаренных РГДБ. Уникальные фотографии, книги и картины рассказывают, как из небольшой библиотеки на улице Дмитрия Ульянова РГДБ превратилась в одну из крупнейших в мире и стала национальным центром детской литературы и чтения. Одним из первых экспозицию посетил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Сегодня в стенах Государственной Российской детской библиотеки большой праздник. Исполняется 50 лет, по этому поводу много событий, в том числе мы открываем замечательную выставку, на которой представлены редкие рисунки, фотографии, раритетные книги и другие экспонаты, которые очень точно воссоздают историю библиотеки. Мне представляется, что организаторы этой выставки хорошо передали и ту добрую и творческую атмосферу, в которой в течение многих лет выросло не одно поколение юных читателей. Сегодня библиотека – это удивительный центр чтения, литературы, который имеет самую большую в мире коллекцию детской литературы, которая насчитывает более 500 тысяч изданий и даже больше. С этим огромным богатством дружный коллектив библиотеки знакомит наших молодых читателей, ведет большую просветительскую работу. Я убежден в том, что учить детей любить хорошую книгу – это значит формировать у них такую правильную духовную основу для всего будущего жизненного пути. На мой взгляд, в этом и есть основная миссия библиотеки. Я хотел бы искренне поблагодарить весь коллектив библиотеки во главе с Марией Санной за очень большой труд и пожелать в день вашего юбилея больших-больших новых успехов. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Это событие огромное, потому что библиотека, она не только кладезь мудрости, но она еще сохраняет формат книги. Так же, как театры сохранили формат живого актера, и никакое кино театр не убило, наоборот. Популярность театра огромная, театр полный. И книга, я думаю, тоже не умрет. Никакой онлайн, интернет не убьет книгу, потому что листать страницы, слышать их шуршание, взять книгу с полки, лечь с ней, сидеть с книгой, читать – это величайшее наслаждение. Детская библиотека – это уникальная площадка, которая объединяет ведущих экспертов по продвижению детской литературы. Вы знаете, что за последние годы вышел фундаментальный документ «Концепция поддержки и продвижения детского чтения», который должен перерасти в большую такую национальную программу. Это сделано силами не только чиновников, в основном, в общем-то, экспертов, которые объединились вокруг библиотеки. Библиотека, в общем, собрала вокруг себя всех ведущих издателей детской книги страны. Это 20 издателей, собственно, создали такой методический совет, в котором мы пытаемся координировать политику
книгоиздание и выхода книгоиздателя отечественных на международные рынки. Владимир Григорьев напомнил, что уже в следующем году в нашей стране пройдет Всемирный конгресс Международного совета по детской книге, а в 2021 году состоится первая международная детская книжная ярмарка. Он также отметил, что РГДБ внесет и свой вклад в проведение этих мероприятий.